Дом моды «Ласка» в Саратове накануне Нового года устроил акцию для своих покупателей. Кроме поощрительных призов для большинства участников, был разыгран главный приз – шуба. Подробнее с мероприятия наш корреспондент. Не могу не сказать, что главным призом сегодняшнего розыгрыша является шуба! Укутаться в подаренную шубку хотелось каждому участнику розыгрыша меховых презентов модного дома «Ласка». В назначенный час к магазину на Московской пришли не менее 300 обладателей купонов для розыгрыша. В ожидании главного приза на участников сыплется ворох призов от «Ласки». Обладатели счастливых номеров уносят подарочные сертификаты, меховые шапочки и береты, сумочки и варежки. А также было разыграно несколько меховых подарков для мужчин – шапки и мужская куртка. Изделия из натурального меха фирма «Ласка» изготавливает уже более 20 лет. Каждое изделие от «Ласки» – чистый эксклюзив. Все изделия изготавливаются из меха, выращенного на собственном зверохозяйстве. Гарантия на любое изделие – 2 года. Сейчас я хочу объявить, что настал кульминационный момент нашего розыгрыша. Обратите внимание, сегодня мы разыгрываем... Да. Нет, сегодня мы разыгрываем, мужчины, только шубу. Вот эту замечательную шубку. Мешать будем долго, нудно, упорно. Перемешаем, перемешаем. 1, 4, 2, 2! 1, 4, 2, 2! О-хо-хо! Ура, друзья! Поднимайтесь к нам! Главный приз – шуба из черного песца стоимостью около 80 тысяч рублей – достался саратовчанке Наталье Комаровой. Размеры модель – все подошло идеально. Если честно, надежды уже не было. Очень замерзли ноги. И до последней минуты уже ждала, думала, уйти, не уйти. И решила все-таки остаться. И, ну вот, пожалуйста, я в шубе. Все-таки под Новый год, наверное, случаются чудеса какие-то. Нас не затрагивает экономический кризис и вообще то, о чем говорят все. Мы не поднимаем цены, поскольку у нас свое производство, собственный мех. Сегодня было разыграно более 60 призов. Главный приз была песцовая шуба. Это очень достойно, это самые модные сейчас тенденции мировые. В эти дни в модном доме «Ласка» проходит акция. Предновогодние скидки на весь товар достигают 40%. Юлия Николаева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.